Все началось еще в 2015 году, когда мы закрывали первый сезон Одесса Fashion Week. Это было непредсказуемо, непередаваемое ощущение, потому что мы стали изюмом на закрытии. Это было в министериуме, и было очень ярко. Очень запомнился третий сезон. Невероятная атмосфера, когда мы поехали снимать кампейн на Олешковские пески Николаевской области. Мы поехали огромной командой, которая была очень творческая, сплоченная. Каждый знал, что делать. Мы снимали видеокампейн. Это было непередаваемо. То, как летал коптер, то, как мы это видели через камеру фотоаппарата. Было все на бигбордах, и, собственно, филармонии было продолжение. Мы высыпали 2,5 тонны песка. Гостей пригласили в нашу атмосферу песка, и модели пошли, можно сказать, поплыли по этому песку. И, собственно, вы видели то, что было на сцене. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open. Пятый сезон был просто незабываемым. Это был рекорд Украины, установленный самый длинный подиум на Воронцовском маяке. Шествие моделей, атмосфера свободы, потрясающее видео. На локация, которая непередаваема. You've got a Желаю вам оставаться таким же изюмом, как вы есть в Одессе, вы и именно вы. И только вперед. Вы раскрываете новые имена, новые таланты, которых в Одессе очень много. И только вперед, вперед и вперед.